Обжалованию не подлежит. Областной суд признал приговор бывшему руководителю авиаспортклуба «Стрижи» справедливым и оставил его без изменений. Азат Мильтахов проведет 3 года в колонии общего режима за то, что во время прыжков с парашютом погибли 2 человека. Эта трагедия произошла 7 июля прошлого года. Именно тогда 3 бывших десантников, недавно закончивших военную службу, совершили свой последний прыжок. Как установило следствие, самолет авиаспортклуба «Стрижи» выбросил парашютистов недалеко от озера, но из-за ветра парашютистов унесло к водоему. Упав в озеро и запутавшись в стропах, 2 парней так и не смогли выбраться из воды. Директор клуба виновным себя не признал даже после вынесенного обвинительного приговора. Судебные тяжбы по делу Азата Мильтахова длились почти год. 19 сентября областной суд вынес свое окончательное решение. Апелляционная инстанция, рассмотрев дело по существу, изучив выводы суда, изложенные в приговоре в фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленного судом, признала соответствие. Нарушение уголовно-процессуального кодекса существенных не обнаружено. Правильно применила уголовный закон, районный суд, ну и посчитал справедливым приговор.